находимся в усадьбе Аигиных в Талицах Пушкинского района. Это первая усадьба, которая была передана частному инвестору на правах льготной аренды по программе «Рубль за квадратный метр». И вот буквально за 2,5 года из аварийного объекта мы превратили в совершенно жилой объект усадьбы Аигиных. Направление по сохранению и развитию памятников – это, в общем-то, новое наше направление, оно с 2011 года у нас. И мы, конечно, прекрасно понимаем, что окупаемость очень низкая, но это желание нашего заказчика Алексея Владимировича Семина вкладываться именно в предмет искусства, потому что каждый памятник для него – это предмет искусства. Наши реставраторы, мы же с этими объектами вот буквально с первого дня, когда они еще в таком плохом состоянии, чумазенькие, аварийные, и после этого, когда вот мы видим уже результат своей деятельности, сложно назвать объект своим, ну, то есть, посчитать себя хозяйкой объекта. Они вот как-то, ну, как родственники, наверное. Ну, как-то такое отношение.